И вот градусничек полежал, наверное, минут 10. У нас 25 градусов тепла на солнце 3 января 2021 года. Можно загорать свободно. Только на солнышке, конечно. Солнышко уйдет и будет прохладно. А мы гуляем и пользуемся случаем, пользуемся погодой и ловим солнечные лучи. Собаки с удовольствием на солнышке. Как они любят и дома на лучиках солнца. Вот Жорик нюхает, стоит. Мажор, ты красавец. Такой у нас есть мажорик. Красавчик. Мальчик предлагается для вязок. Он чемпион. Дает отличное потомство. Вот это его потомство бегает. Так. Кто у нас еще есть? Ой, ну, Филечка с фантазией. Уютно легли. Ну, такие я им положила здесь мягкую вот тряпочку. Они на ней лежат, на тепленькой. Молодцы. Лежите. Сабина гуляет с малышами. Космос. Юлиана. Царица у нас просто шарик. В этом году мы ждем от нее, в этом месяце мы ждем от нее пополнения. Она у нас рожала в последний раз 1,5 года назад. Вот, царице 5,5 лет, и мы ждем от нее потомства. Вот такой у нас толстун. Да. Вот такая у нас, еще раз вам покажу нашу Юлю. Юля у нас везде, это вообще классная собака. С ней не соскучишься. Кошка. Так, а у нас опять во дворе орехи, которые у нас не растут. Спасибо воронам. Рошелька, иди на солнышко. Иди на солнышко. Гулять! Гулять, гулять, ребята! Гуляем, сладкие мои прозрачные глазки.